Ну что, раз, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Биошок. Игрушка очень интересная, мы в прошлой серии с вами остановились в каком-то саду. Поэтому, Саша, поудобнее, приятно сидеть, кто кушает, приятно чай пить, кофе пить, питья воды. Накидывайте прядик обязательно. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! А, хлорофилл, нам точно нужно найти же эти штуки, да? Да, нам уже эти штуки нужно найти. Энзима, воду дистиллированную и 74 раствора хлорофилла. А где камера эта? Она вот здесь стоит. Я хуй его знает. Ну давай, брат, нахуй. Давай его взломаем, нахуй. Угу. Хотя бы так. Закрыто, к сожалению. Так. Ладно. Ой, бля, давай не будем нахуй. Не-не-не, брат, давай не будем, блядь. Сучка. Сколько здесь этих ёбаных тварей, блядь? Этот на моей стороне, все понятно. Где? Сука, тварь. Вот так сделаем. Вот так. Вот так. Блять.
вот, сука, дай. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот сделаем. Изи, ёпт. Все, брат, теперь ты мой, да? Все, теперь у нас с тобой все хорошо будет. Ну давай эту хуйню оставим с тобой. Погнали, с дробашом погоняем, блядь, две. Яваха. Ладно, допустим. Общий контейнер на предмете трофеев. Блять, а где мне все это искать там? Вот это вот интересно, нахуй. А, ну это мы выходим правильно отсюда, все. Частью поля. Если ищешь что-то конкретное, советую начать с деревенской ярмарки. Он такой смешной. Но у его жены явно проблемы с весом. Грязный бродяга! Блять, можно попасть хоть раз? Спасибо, нахуй. Ну, хочешь это. Если ты ко мне не идешь! Сестра, помогите мне вот с этим пациентом! Ха, ну ладно, еще идем! Чёртовы фанатики! Спасибо. Добро пожаловать, Сторон! Пошёл нахуй. Мы сатурнийцы не любим чужаков! Кто ты, блядь? Что ты воин, нахуй?
Не любит она, блядь. Ох ты, блядь. Ну давай, блядь. Нейтс, блять, хуй знает, кто это, блять. Опа, хлорофилл. Так, ну здесь нам лут уже должны быть дать, да? По идее это. Ну, здесь нихуя. Бля, сейф. Давай взломаем, хули. Хули нам делать с тобой? Спасибо, что я не успеваю, блядь. Души, блядь, давай. Погнали. А, блядь, хуй. Да в пизде, короче. Ебать. Четверга вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены. Откуда на берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт. Угу. Сохранимся, ну его нахуй. Ну его нахуй. Давай, ебачем. Бля, нужны аптеки нам с вами, Ева, точно. Джулиет, если хочешь проводить время с моими пчелками, что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты толчешься рядом с моими ульями, то возьмусь за ружье. Что ж до твоего вопроса, да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учат в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты столько болтаешь. Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт. Интересно. Давай, сука. Выходи же! Не выйдешь, будет еще хуже! Не выйду, ебать. Нахуй оно мне нужно, блядь. А, ебать, понял. Блять, деньги, а где это? Сколочные гранаты? Это подарок. Ева. Хуя здесь.
Получить больше Ева с каждой аптечкой, используя новый канал Ева 2. Вот эту хуйню уберем, потому что она, блядь, не так сильно помогает. Аптечки прям пиздец нужны. Давай, кстати, сохранимся, но его нахуй. Продуктовый рынок, вот сейчас здесь находимся. Собственно. Нахуяно, мужик. Блять. Блять. Сложновато пока. Не, надо по, надо метко стрелять, прям пиздец. Я его рот ебал. Маг. Пиздец по патрикам. Что-то патронов там тоже. Что-то как-то не хватает всем. Сосёшь, блядь. Дети с их длинными ими. Ой, блядь. Бессмысленными песнями, с их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Что же, мы все приложили руку к великой цепи усилий. Там и моя рука, и рука Фонтейна. Да, что ты там прячешь? Тянули, а она тянула нас. И всё же, эти дети сущие проклятия. Не я один тянул за цепь родившихся. Нет. Их маленькие пальчики тоже были там. Совсем рядом. Что-то он там, блядь, прячет 100%. Чем сказать, какой-то лут такой прям очень даже... Как вам сказать? Очень даже. Да попробуем, ладно, похуй. А, блять. Ну, хуета, похуй, ладно. Бал я рот. Такие карусели. Автовзлом у нас с вами нету, к сожалению. Надо бы взять. Блять, ну. Просто хпшку не очень хочется сейчас тратить. В этом-то есть прикол, и все. Бинты. Ну, куда нам еще назад идти? Ух ты, бля. Пошли, нам с тобой вот сюда идти, по идее, это вообще. Камера.
Живей, живей, мистер Би! Нельзя терять время! Мужик, тихо. Не копайтесь так, мистер Би. Ангелы капуши не ждут. За 10 лет в этой дыре я привык к очень низкому уровню жизни. Но даже на самом дне аквариума человек должен держаться принципом. Не-не, мы не готовы. Мы не готовы к бою с ним. Тихо, брат. О, камера, я вижу. Добро пожаловать. Чё-то он здесь тоже прятал. О, ну понятно, что он... А, ебать, блядь, сейфы. Ну ебать, не, ну... Я могу попытаться сейчас их взломать, но, блядь, понимаешь, что это будет не с первой попытки сразу. О, аптечка, интересно. Плюс там не всегда прям такой годный лут находится, прям не всегда годный. Я думаю, можно было заметить, когда мы взламывали при помощи этого взломщика. Все? А нахуя нам сюда? О, ебать. Интересно. Да? Приют для маленьких стычек. Ну понятно, нахуй. Приют. Хуют. Ну давай. Господи, как больно! Ты что, еблон? Все доброго, блядь. Ох, как хорошо, ебать. Как хорошо, нахуй, по Патрикам-то. Как хорошо, блядь. Как хорошо-то, блядь. Кофе, ебать. Как хорошо. Ох, ебать. Давай, ебать, сюда. Это мне такое здесь надо. Ебать. Интересно. Оказаться недопустимо. Однако сейчас и впрямь на дворе война. Если Атлас и его бандиты возьмут верх, разве они не превратят всех нас в рабов? И что тогда станет с нашей свободой воли? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Как вели... Блять, я... Ну, блять, соси нахуй. Явно пососал хуйца, блядь. Что ты здесь скрываешь-то? А, мы отсюда пришли, ничего. Нормально, пойдет. Шо, let's go, ебать. Давайте сохранимся с тобой еще раз. Ох, блин. Мальчик. Убери меня!
все. Ну вот и поговорили, блядь. Но нам не туда, нам вот сюда. Ой, блядь. Ай, нахуй. А, ебать, точно. Где вы, твари, блядь? Ебать. Давай нахуй, поехали, ебать. Сосете, блядь. Я понял, для чего он напал. Ну, у меня нихуя нет вообще, блядь. Блять, тварь, иди сюда нахуй. Это все, что, блядь. Давай сюда, живее! Давай сюда! Давай. Еще и сосал, блядь. Больно, блядь. Конечно, надо ули, да, тоже хуярить все. Да иди ты нахуй, тварь, блядь. Желанно, спокойно. Ну, пошел ты нахуй, дядя, блядь. Блядь, что ты делаешь, дурачок? Дурак, блядь, неумный нахуй. Быстрее, 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 быстрее. Все быстро. Оп, 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 оп. Пять. Нужно семь нахуй. Свидание, блядь. Блядь, дура ебаная ты нахуй. Сучка, блядь, драная. Да, обязательно, блядь. Блядь, ублюдки странные. Да здрасте, блядь. Ну это пизда, ребят. Я хуй его знаю. Давай.
сюда! Думаешь, мне будет... Ну, он большой, видите? Так, ну как, хорошо? Ебать, шо, еблан? Ты откуда, блядь, мальчик? Блядь, ну я рот их ебал. Просто того... Пизду эту игру. Мальчик, соси хуй, блядь. Соси хуй, блядь. Сразу же, моментально, блядь, идешь нахуй. Где кто еще, ебать? Сюда идите, блядь. Сейчас, подожди. Да, подготовимся сразу, блядь. Этим ебанатом, блядь. Итак, что у нас с тобой по этому? По заданию. Нам с тобой нужно найти еще два образца экзима и дистиллированную воду. Сейчас. Мы сейчас ищем с тобой экзим. Где пчелы? Верно, верно. Что ты сказал? Я красивее Гарбо? Бля, иди нахуй. Вот что я сказал. Я сказал, что я ваш рот ебал. Восторг напоминает. Да, спасибо. Спасибо. Поехали. Моментально, блядь. Где ули? Сосете. Сосете. Блядь, тварно. Да уйди ты, блядь. Блядь, спасибо, что у меня так быстро все перезаряжается. Блядь. Ну вот соси хуй здесь один, блядь. Мальчики, ебать. Ну ты, бать, пусть его там нахуй. Я пришел покарать тебя. Да? А, ебать, правда? А, там тоже можно? На, нахуй, отсосал-то уебок. Поехали. У нас с тобой есть какое-то время, блядь. Я, в принципе, все улицы с тобой обошел, верно? Этого тебе надо. Да. Думаешь, пошел ты. Пошел ты нахуй. Доставальчик ебаный. Блядь. Пососи хуйца, блядь. Ебан, блядь. Здесь нету больше, все. Подожди, подожди, подожди. Все, 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 сейчас пчелу, 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 пчелу. Ай, как пошел ты нахуй, нахуй вас. Я не умру в туалете. Блять, тубоебик, пошел нахуй. Ебись. Ебаный рот, блять, что здесь происходит нахуй? Блять, пососи хуйца нахуй. На, ебать, лови котлетку. Лови котлетку, нахуй. На, ебать. Боже. Это пизда, ребят. Нахуя еще, ну, конечно, использовал я. Просто, блядь, что здесь происходит, нахуй? Что у вас здесь происходит? Так, ну у меня остались только все, у меня остался только автомат, ебать. Больше у меня нихуя нету.
Аккуратно, аккуратно. Все. Хорош, живем, живем. Так, что у нас там с тобой осталось-то, блядь? Дистиллированную воду. Нам обратно. Нам, в принципе, уже все, похуй. Давай сохранимся. Нам осталась только с тобой вода, и все, в принципе, и можем сделать эту тему всю. Проверь, здесь, сейчас здесь кто-то будет, блядь. 100%. Нахуй. Зачем они носят маски? Ну, клоуны, блядь. Еще помнят, какими были прежде? Как раньше выглядели? Может им быть. Стыдно? Может быть. Я ебу. О, блядь. Ох, блядь. Ну это пизда, ребят. Нам куда с тобой вообще? Ну похуй, погнали. На бум. Это что здесь? Подожди-ка, а это что? Блять, серьезно, нахуй. Вернись от этого, уебок. Сосешь ты, нахуй. Не надо, дядя. Блять, посмотри в зеркало, что с тобой такое. Вода еще. Так, чё, для чего у нас есть с вами патроны? Револьвера есть патроны. Как хорошо. Здесь нихуя. Ну, я понял. Поехали, бачок. Потихонечку, потихонечку будем. Витокамера здесь. Не просто так. Мужик, ебало, закрой, пожалуйста. Мне и так нахуй тут, блядь. Ну, не стрёмно, но ебать. Мы думали, что спрячемся под от света. Блядь, заебёшь ты орать. Салам алейкум, блядь. Сука ты драная. Где ты, блядь? Ебан, блядь. Пожалуйста, нахуй. Кто-нибудь озорнул? Так, ну это нет, это нет. Давай вот это мы с тобой возьмем. Ну, давай еще на автозвоночек. Салам алейкум, ёпта. Вот что это, нахуй. Это охуенная тема. Можно, блядь. Я туда скоро отправлюсь с мистером Павлсом. Угу. Девочка, ты чего? О! Сколько? У тебя уже
собраны все компоненты для препарата Лазаря? Если да, то иди на батисферную станцию, а потом обратно в лабораторию Лэнгфорд и залей это ведьмино зелье в распрыскиватель. Оно поможет справиться с туманом. Ну, сейчас мне хуй кто даст это, конечно, сделать, блядь. Я тебе базарю, мужик. Сейчас, блядь, столько всего здесь нахуй будет. Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Поздравляю. Блядь, здесь столько лута. Есть смысл здесь собирать? Я думаю, есть. Но мы сейчас столько патронов с вами потратим. Бля, еблан. Больше не кури, нахуй. Ясно. Добротно. Блять, да ну его нахуй, серьезно. Бля, как отсюда уйти нахуй? Я просто хуй его знает, честно. Мужик. Не иди сюда. Блять, вылези отсюда, нахуй. Бежали, нахуй. Да. Отец, почему ты оставил меня? Потому что ты конченый. Ебать, так это... Блять, того рот здесь. Ебать, здесь лута нахуй. Каждый фотоохотник мечтает всегда попадать в цель. Теперь у вас есть фотоглаз. Когда, как только вы примете этот бесценный генотоник, вы увидите мир в новом цвете. Оптический разрядник, держатель ключа. Давай фотоаппарат. Бля, можно отсюда нахуй? Зачем ты так со мной поступаешь? Ладно, давай сделаем так с тобой. Так просто проще. Давай с тобой здесь сейчас возродимся с тобой, и все будет хорошо у нас. Пошли отсюда уже. Его свет сияет даже здесь, во мраке. Я слышу, я подумаю. Бля, брат. Блять, подожди, а здесь же есть, да, эта хуйня? Чтобы поменять. Мне нужен он сейчас. Да отсосёшь ты, блядь, твоя роль. Отсосёшь ты, твоя роль, блядь, вот что, твоя роль. Подожди, а где нахуй? Где-то можно было поменять эти штуки, чтобы я мог это... Вот эти штуки, короче. Я могу где-то поменять, но где? Я хуй его знает. Мне он ебать как нужен сейчас, друзья. Вон. Этого тебе надо. Да отсосёшь ты, блядь. Сейчас нахуй пососёшь ты, блядь. А ну-ка, блядь. Знаешь, вместо чего?
поджигания. Где он, где он? Где папочка, блядь? Ой, ебать, что? Это что? Блядь, ты еблан? Мальчик. Сосите хуйца, блядь. Где папочка, блядь? Да ебать, пососи хуйца, ебать. Сделай это наконец. Воздух становится все более разреженным. Боже. Где он? Брат, ты где? Большой, папочка, где ты, блядь? Брат, ты мне ебать как нужен сейчас. Где он? Брат, ты где? Где он? Брат, ты где, блядь? Пошли. Погнали, ебано. Сюда, нахуй. Пизда вам всем, нахуй. Где, нахуй? Сосёшь хуй, блядь. Так это работает. До свидания, блядь. Всего доброго. Я просто хочу поспать. Только поспать. А куда нам эти реситы, блядь? А, ну нам назад. Ну, собственно, все. Да, бля. Пошел нахуй. Сразу же, моментально, бля. Куда идти-то, бля? Куда идти-то, бля? Я не помню, куда идти. Вон он, туда, Аркадия. Как хорошо, как хорошо. Брат, помоги! Тебе пизда, нахуй. Ох, брат, зря ты это начал. Ох, бля. Боже. Я хуй его знаю, честно. Мне на рынок не нужно. Все, let's go отсюда нахуй. Погнали отсюда так даже. Бля, надо как-то папочек тоже херачить. Некоторые, потому что нам нужен, блядь. Не сопротивляйся неизбежно. Не похуй. До свидания. Всего доброго, блядь. Бля, пожалуйста. Прошу тебя, брат. Брат, помоги мне. Ебаши. Бля, брат, ебаши. Ну, я хуй его знает. Пошли, брат, ты со мной пойдешь. Бля, брат, я пройду. Пошли нахуй. Отсюда его с тобой. Ну его нахуй.
Все, дальше. Уходи! Я устала! Алло? У меня уже галлюцинации! Я лучше тебя! Где эта тварь, блядь? Везде она, блядь, находится. Где она? О, брат, дорогу. Пошли. Бля, как охуенно. Вот это способность вообще пиздатая. Просто идешь сейчас спокойно. Пошли, пошли, брат. Блядь, еще блять, ну его нахуй. Брат, идешь? Сейчас, сейчас, подожди, давай. Давай, давай. Сейчас он желтым станет. Пошли, брат. Может, может, нахуй. Добрый вечер, я диспетчер, ебать. Папочка, ебашу нахуй. На, ебать, сосать, ебать. Ты чё? На, ёпта. Колено просто. От души, брат. От души. Просто от души, блядь. Так, ну шо, ебать. Тут больше нихуя нету. Конвектор, что это, блядь? Так, брат, только, пожалуйста, не говори, что ты, блядь, будешь потом против меня. Ебать! Ха-ха! О, послушай, как эта штуковина гудит и булькает! И сколько времени это займет? Смерть Джулии тебя ничего не научит. Может, это окажется тобой? Райан знает, где ты. Пиздец. Два папочки и девочка, блядь. Так, пошли с тобой, со мной тоже пойдешь. Так попробуй, ебать. Сосешь нахуй. У меня тоже все, папочка есть, девочка, блядь. Да у меня, блядь, нахуй есть, блядь. Один вариант. Да. Это поможет нам выиграть время. Прикончи, прикончи их. Давай, ёпта. И смотри, кто со мной здесь нахуй. Да, блядь. Сосёшь. Готово! Ты сейчас. Готово! Готов нахуй? Убей паразита! Давай, давай, блядь. Ну давай, блядь. Ты смотри, тут два папочки, ебать, сейчас тебя так отъебут жестко, нахуй, что ты, блядь, не проснешься. Что ты копаешься? Бля, брат, не сейчас, пожалуйста, не сейчас. О. Пойди,
Поехали, ебать. Ох, нахуй, пизда им, блядь. Я тебе базарю, им пизда. А, блядь, чё нам? Пошли, ебать, чё они, блядь, где? Куда нам вообще? Чё делать-то, блядь? Шо, где он, блядь? Бать, тут же еще робот на моей стороне, да ёбаный рот. Схуяли, не могу. Ясно. Чё, пошли нах? Блядь. И где они все? Ох, ебать, тут еще... Вот брат у меня есть. Сестра, помогите мне вот с этим пациентом. Чего ты нахуй, мальчик, сосешь, блядь? Брат. Погнали. Не стреляй, блядь. Где он, нахуй? Чё стрелять-то тебе, блядь? Брат, что постреляет? А, во-во-во, вижу. Пошли. Нахуй. Я хуй его знает. Ну зайти туда не могу. Ты бесполезное ничтожество. Ты мне, блядь, давай, иди сюда, блядь. Блядь, чтобы тебя было видно. Куда ты, блядь? Девочка. Ебать, тут все роботы на моей стороне, чтобы ты понимал. Еще и папочка, блядь. Еще и папочка на моей стороне. Так, папочка, блядь. Спасибо, блядь. Я уж понял, нахуй, я с ними тоже. Блядь. Ну и где они, нахуй? Давай, давай, брат, хуяри. Отличный план. Блять, ты что, дурачок? Блять, папочка, спаси меня нахуй. На, ёпта. Сосать просто, плюс лежать просто два, бля, пулемета. Смотри, что творится, ёпта. Два пулемета просто хуяри только так. Мальчик, ой, зря ты эту хуйню начал. На, ёпта. Сосать плюс лежать, блядь, подано, блядь. Давай, папочка, ебать, хуярь его. На, ёпта, с колена просто. Просто с колена, блядь, ебать, тут мясорубочка, нахуй. Ай, блядь. Блядь, мужик, извини, извини. Я не хотел. Ну давай, захуярь меня, ладно, похуй. Сейчас я хочу... Мне нужен папочка 100% здесь. Yeah.
брат. Поехали. Плюс второй папочка. Сейчас двоих возьму с собой, ебать, отвечаю. Отлично, парень. Дыши глубже и наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы. За батисферу. Поехали, ебать. Следующая остановка дом Райна. Пришло время крови. О, девочка, привет. Пошли с тобой. Бля, может реально ее спасти? Ну, ебать, так не хочу сейчас с ним хуяриться. У меня и так патрон мало. Бля, пацаны, вы просто, бля, ебатого рот, просто красавцы. Нереальные красавчики, я тебе отвечаю. Просто, просто два пулемета за меня, еще папочка. Ебаный сыр, что здесь творилось? Бля, брат, у меня нет больше. Нам станцию метро дайте. Ну погнали, блядь. Поехали, ебать. Чем тебе так не нравятся традиционные методы отделения души человека от тела? Ты же не из ЦРУ. Ты от Атласа. Вот с этим тараканом мне пока никак разделаться не удается. Но ничего. Давай, папочка. Спасибо тебе за службу охуенную. Спасибо тебе за службу, брат. Спасибо. И тому тоже передай. И роботам тем. Просто ебать. Общих усилий. Великая цепь производства, объединяющая нас. Однако лишь когда мы действуем в собственных интересах, цепь тянет общество в нужном направлении. Цепь слишком сильна и непредсказуема, чтобы хоть одно правительство могло ею управлять. И если кто-то при вас станет утверждать обратное, значит он либо запустил руку к вам в карман, либо приставил пистолет к колбу. Понятно. Едем, едем, блядь. Едем, едем. Да, Адам нам очень сильно нужен. Сверх сильно нужен. А где подарочки? А той-то, блядь. Женщина, та, которая говорит, я тебе подарочки буду давать. Один раз только давай, и все, блядь. И нету, все. А значит, все, да? Все. Просто не было. Был бы вообще не вариант мне сейчас. С этими бабочками двумя хуяриться. Бать, шо с... Райан вручил ключи от форта Веселый. О, ебать. По имени Сандер Коэн. Кто-то называет Коэна артистом, а по мне так он из восьмого отдела. Я в жизни всяких повидал головорезов, негодяев и странных типов, но Коэн им всем 100 очков форы даст. Он совершенно чокнутый психопат. О, ебать, давай. Ты, бля, ебло нахуй. Нет. Возможно, в прошлой жизни ты сделал что-то ужасное. Давай до $15 сейчас дохуярим. Просто закрой глаза и надейся, что все скоро кончится. Итак, я уже выбрал себе конец. Ты, блядь, можешь предсказать нахуй, что будет? А, ебать, просто промолчал, да, деньги захавал и промолчал. Слышь, блядь. Слышь, что? Я бы на тебя не поставил. Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Давай, все, ласт. Эх, будет скверно. Будет очень скверно. Че, заметили, $1 стоит, а снимает 2, нахуй. Ебаный, блядь, мошенник, ебаный, блядь. С тобой ясно, блядь. Так, мне нужно много всего. Все, что здесь есть, оно мне надо. 100%. Блядь. Понятно, нахуй. Логенный баг. Болты-ловушки.
арбалетные болты с растяжкой. Эти хитроумные болты выбрасывают гречки, проволоку, растяжку или выстрелить им в стену. Ага, нам дадут револьвер, да? Интересно. Понятно. Ладно, продолжаем наш разговор. Манекен, блядь. Бля, брат, мне нужны нахуй патроны, блядь. Дай мне патроны, пожалуйста. О. Э, блядь. Вандализм — серьезное преступление. Мне похуй. Вандалы, паразиты. Ой, блядь, брат. Вандализм — серьезное преступление. Вандалы, паразиты. Сюда, ебать. Let's go, нахуй. Там аптечки лежали, блядь, хватит. Теперь у меня свой жорик появился, зато, блядь. Которому плохо, конечно, но ничего страшного. Джаз? Интересно. Блядь. Ты кто, блядь? Включи нахуй. Да, блядь! Заебёшь ты выключать, нахуй. Так, здесь можно... Наверное, на причине робота. О, мусорный бак. Что это вообще? Welcome to Fort Frolic. Бля, патронов вообще нахуй нету ни на что больше. Так, чтоб ты понимал просто, да? Просто один патрон, 6, блядь. Что фотопленки дохуя? Ну, с головы, блядь, еще. Да нахуй нам сюда, подожди, блядь. Не понял прикол. Ну ладно. Восторга. Блядь. И. Ах, так-то лучше. Атлас Райан, Атлас Райан. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Было время, когда по радио еще можно было услышать что-то приличное. Долг артиста — услаждать слух и восхищать душу. Так что попрощайтесь с этими трепачами. Вас ждет вечер с Сандером Коэном. Мальчик, может, ты мне дашь уехать тут спокойно? Может, не надо, блядь? Я уже несколько месяцев... Охуенно. Не видел тут ни единой живой души. Сейчас посмотрим. То ли ты просто случайный бродяга, то ли нечто более интересное. Мальчик, открой, пожалуйста.
Блять, открой ты нахуй. Открой, блядь! Давай, ёпта. Ладно, поговорим с вами по-другому, ебать. Раз уж вы этого хотите, блядь. Где ты, блядь? Отсосать не хочешь, блядь? Отсосать ты не хочешь, блядь, а? Я чувствую тут солодовый уксус. Мужик, ты дурак, блядь? Долго ждал, пока в этом одежде появится что-нибудь аппетитное. Но пока все сплошь мужеланы и деревенщины. Впрочем, где же мое воспитание? Входите, входите. Сандер Коэн приветствует вас во Флит-Холле. Мужик, ты дурак совсем, блядь, или да нахуй? Ну, ебать, что, дурачок, что ли, совсем? А ну-ка, блядь. Сколько у меня там пойдет? 2, 3. Пойдет. Живем, живем. Передачи Атласа и Райна. Пусть себе грызутся. А вот художник, да, художник знает, что следует возделывать более богатую почву. Мальчик, ты дурак? К примеру, я испытываю тебя, мотылёк, но не без причины. Я проверяю всех своих учеников. Иные сияют, как галактики, другие сгорают, как мотыльки, летящие на огонь. Войди же в мое жилище. Обязательно, нахуй. Дислута дохуя, скорее всего. Нахуй с тобой. Ты дурак? Дядь Петя, ты дурак? Как мне войти-то, блядь? Ну ладно, хуй с тобой. Вообще похуй. Да мне, блядь, войти. Ладно, пошли наверх, хули. Прикольно. Прикольная тема такая. Вообще не нужно, конечно, но прикольно. Касательно твоего отзыва на последнее оскорбление музыкального вкуса авторства Анны Калпеппер. В восторге достаточно талантов, и почему ты продолжаешь тратить газетную бумагу на эту бездарность? Это выше моего понимания. Там, где она не вторична, она попросту скучна. Там, где она не скучна, она слишком предсказуема. Где она непредсказуема, она опасна.
Давай пока будем ходить так. Бля, мальчик, ты дурак или да? Неужели ты думаешь, что я могу сейчас встречаться со зрителями? Когда я готовлюсь, это немыслимо. Мальчик, ты дурак, блядь, открой мне нахуй. Бля, совсем ебанат, что ли, что? А мне что делать, блядь, теперь? Ты не хочешь ни с кем встречаться. Сам позвал, то есть, да? Вот лодку бы мне оставил, я бы уехал спокойно. Бля, типа головоломку, что ли, решить, или что надо? Клубный, а? Бля, я хуй знает, что делать. Пошли отсюда, чё. Ой, бать. Нет, дядя Петя, не надо, пожалуйста. Ёпты. Охуеть. Болты. Девочка. Мать. Отец. Восторг гибнет. А все почему? Из-за них. Вечно на заднем плане. В лицее, в галереях Сохо и даже тут, в этой так называемой утопии. Мол, веры. Но Райан понимает. Мы с ним на одной волне. Да, на улицах крови. Да, люди иногда исчезают. Ну давай, ладно, все потратим на эту хуйню. Ты дура, блядь, или да, нахуй? Хуйней занимаешься, блядь? Тебе базарю. А вот этой хуйни не было здесь. Вот этой хуйни, кстати, не было здесь. Понятно. Бля, можно тебе съебаться, пожалуйста? Добро пожаловать на распродажу! Не хочу здесь находиться. Можно сюда съебаться? Я вас прошу. О, ебать. Блять, а что мне делать? То есть все это время, да? Все было на видном месте. Ну, ребят, я хуй его знаю, честно.
Блядь, ты что, дурак? Сосёшь, блядь. Соси, блядь, писечку. Блядь. Ёбнутый, что ли, нахуй? Да-да-да, мальчик. Добрый вечер. Ну как вы там? Патрика на сцене. Возьми камеру, сними его таким, какой он сейчас, чтобы я его запомнил. И теперь у тебя есть Фицпатрик, уловленный в момент своей славы. У тебя, похоже, верный глаз, мотылёк. А теперь иди в атриум и помести его фотографию в мой шедевр. Это станет началом нашего сотрудничества. Сука. Какого нахуй сотрудничества? Ёбнутый, что ли, блядь? Ой, блядь. Человека, которого я любил. Да, я отправлю тебя к Райну, но сперва ты должен стать частью моего шедевра. Ступай в атриум. И побыстрее! Моя музыка призна и непостоянна. Видишь, когда я обращусь в прах, вот на что они станут указывать. На мой квадриптих. Мой шедевр. Давай, не бойся, прикоснись к нему. Нет. Фицпатрик, избавленный от всех пороков и недостатков. И вот чудесные новости. Это и есть микс созидания. Там снаружи есть три человека. Все мои бывшие ученики. И всех их объединяет одно. Предательство. Отыщи их, мотылёк. И обессмертим смертность в моем квадриптихе. Ступай. Как только они получат свою награду, ты тоже будешь вознагражден. И отправишься к Райну. Двери в Посейдон Плаза теперь открыты для тебя, мой мотылёк.
этим альбомом «Зачем спрашивать?». Песни о любви, о радости, о страсти. Купите альбом «Зачем спрашивать?» и Сандер Коэн сегодня же станет гостем. Позволь мне отдернуть зад. Ребят, давайте на этом закончим. Очень длинная серия получилась. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, все ссылочки в описании, на телеграм-канал, там инсайды, никакой рекламы вообще, в принципе. Инсайдики моей жизни. Если вам интересно, подписывайтесь, там плюс. Я отправляю, типа, всегда уведомления, ну, ссылочку на видосы, когда они выходят. Поэтому вы первый или один из первых можете посмотреть. Поэтому вот так вот. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вам сложно, мне приятно, повторюсь. В принципе, все. Спасибо вам за просмотр, увидимся в следующей серии, давайте.